В Твери продолжается акция «Улица Победы». В ее рамках в 2020 году планируется отремонтировать 9 объектов улично-дорожной сети, чьи наименования связаны с героями Великой Отечественной войны. Сегодня научный сотрудник Тверского государственного объединенного музея Олег Петров рассказывает про подвиг Сергея Веселова, именем которого названа улица в Заволжском районе Твери. Мы находимся на улице Веселова. Сергей Петрович Веселов родился в 1892 году и начинал свою трудовую биографию как кузнец Тверского вагоностроительного завода. Был активным участником рабочего революционного движения. В 1913 году вступил в ряды РКПБ, впоследствии коммунистической партии. Был активным участником Октябрьской революции. В начале Великой Отечественной войны добровольцем в составе Московского народного ополчения уходит на фронт, где использовались его богатый опыт и навыки. Он был назначен на должность заместителя командира по политической работе управления железнодорожных войск на западном направлении. И зачастую под вражескими артиллерийскими обстрелами, бомбардировками восстанавливал сообщение тыла с фронтом, за что и был представлен к ордену Красной Звезды в марте 1943 года. Улица Веселова находится в Заволжском районе Твери. Прежде она носила название Третьей улицы Металлистов. Свое нынешнее название она получила в 1965 году. Протяженность улицы Веселова 1 километр 200 метров. В этом году здесь пройдет ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».